Доброе утро! С вами стилист и имиджмейкер Валентина Казак. И сегодня я расскажу и покажу, как создать женственный повседневный образ в приглушенной гамме. Отличной альтернативой черному станут брюки кофейного оттенка. Данный оттенок также является востребованным и базовым. Главное – правильно выбрать свой фасон. Также не забывайте обращать внимание на мелкие детали. Простроченная стрелка на таких брюках сделает вашу фигуру визуально стройнее и вытянет силуэт. Продолжаем нашу женственную гамму и добавляем к брюкам удлиненный джемпер молочного оттенка. Вещи из тонкого трикотажа я рекомендую выбирать уверенным в своей фигуре модница, ведь подобный материал может подчеркнуть некоторое несовершенство фигуры. Если вы обладательница светлого цвета волос и кожи, я рекомендую в этом сезоне отдать предпочтение серым и голубым оттенкам верхней одежды. В нашем случае мы выбрали пальто трапециевидной формы с интересным меховым воротником.